Вот у меня личные претензии к господину Хрущеву, господину Брежневу, господину Горбачеву, ко всем претензии и к нынешним руководителям претензии, что вы именно ждали, а ждать не надо было. Жизнь одна. Они завоевали победу, они заслужили все в этой жизни, чтобы последние свои годы, там, дай бог, чтобы эти годы длились долго, чтобы они были прекрасными. Я вот могу им сказать, езжайте в Соединенные Штаты Америки, в Израиль, я вот много езжу, я смотрю. Там о пенсионерах, о ветеранах заботятся по-настоящему. Вот в Израиле или в Америке, да, вот я выступал в этих домиках, в домах, вернее, в домах, где собираются ветераны. Это русские люди русского происхождения, не уехали бывшего Советского Союза, они там живут. Казалось бы, они не палец о палец не ударили для этой страны, ни для Израиля, ни для Америки, ни для кого. Они живут вот так там. Я когда смотрю, я выступаю перед ними, я прихожу в эти дома, там по 200 человек там и больше, они все одеты, они ухожены, они, знаете, о них государство думает. Тут недавно я был в Израиле, в поликлинику, зашел, везут на коляске женщину, у нее там после операции что-то, да я говорю, кто, что? Он говорит, вы удивитесь, если мы вам скажем, это ваша, ну, она репатрианка, это ваша, а ей 107 лет, а мы ее оперировали, потому что для нас очень важно, чтобы человек еще пожил. Она воевала, она испытала столько в своей жизни таких жестоких дней, и, может быть, даже не дней, а лет, что ей надо сейчас вот устроить все. Так подумайте, чего вы не думали раньше? Чего ждать? Да, их было много, сейчас их мало. Конечно, когда они вымрут, одному человеку легче дать квартиру, чем 2000 или там 50 тысячам. Я понимаю, значит, снимайте из бюджета деньги. Возьмите, простите меня, за грудки олигархов, найдите деньги, но сделайте жизнь ветеранов такой, чтобы она была достойной их подвига, их жизни, их возраста и их победы.